прошлые годы была информация о поборах. Жители жаловались, что сотрудники комбината благоустройства на кладбище, именно те, кто могилы закапывают, выпрашивают у родственников на помин деньги. Прошлый год? Прошлые годы. Прошлые годы. Дело в том, что я руководитель комбината всего год, и за деятельность прошлых директоров я не имею права ничего говорить и не знаю об этом. Сейчас никаких таких жалоб нет? Сегодня в течение года жалоб не поступало, поборы на кладбище не берутся.